Всем привет, я Юлия Андреева с прогнозом погоды на понедельник, 14 июня. Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Чудо-хлеб». Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый. Наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди. Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий. Слились в протяжный вой. «Чудо-хлеб» Бородинский. История России в хлебе. В этот понедельник на территории нашей области ожидается преимущественно малооблачная погода, но кратковременные дожди. В Уржуме плюс 26, в Слободском плюс 22, в Кирсе до 23 градусов тепла, но здесь будет пасмурно, дождливо и еще и с грозой. В Кирове в понедельник будет облачно с прояснениями, днем до плюс 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. Ветер подует юго-западный до 3 метров в секунду, влажность воздуха составит 68%, атмосфера давление 747 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле будет спокойным. Всего одну минуту прибавить световой день к этому понедельнику и продлится 18 часов 17 минут. Луна растущая. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на понедельник, 14 июня. Пока!